Затрапное слово и яркий фотокадр. Подчас сегодняшнего посяжения прошло так само урушение литературных премий имя Кирилы Туровского. Решение подтримливать сталиновитых авторов было принято Гомельским облвыконкамом 7 годов тому. За гэты час лауреатами премии стали 34 майстры мастацкого слова с нашего региона. Лепших вызначают у 6 номинациях. Сегодня 5 наших земляков отримали не только грошовые премии, але и магчимость выдания своих творов. Причем полова тиражу отправится у библиотеки, каб кожный жадающий смог ознайомиться с их творчестью. Заслуженные узнагороды старшиня облвыканкама Геннадий Соловей вручил Олені Матвієнко, Михаилу Ковалеву, Софии Шах, Вользе Раученко и Вользе Остапенко. Финалом урочистости стало урушение гоноровой грамоты облвыканкама фотокорреспонденту белорусского телеграфного агентства Сергею Холодилину, который бессменно работает на этой посаде уже 30 годов. В планах сделать большую выставку о нематериальном культурном наследии нашей области. Это, скажем, ткачество, это чирочки, все гуганья весны и другие обряды, которые исчезают. И через 10 лет, возможно, их будем только по книгам изучать. Так само сегодня в областной библиотеке прошла презентация книг авторов, которые летость были удостоены премии областного литературного конкурса имя Кирилы Туровского. Подробности глядите у наших вечерних выпусках.